Ольга Новикова – жительница Краснозаводска. Жизнерадостная и веселая. Именно такой она была до болезни. Диагноз «рак» прозвучал для нее совсем неожиданно. Обращалась к врачам с одной проблемой, а выяснилось, что во всем организме уже пошли метастазы. Ирина Клинова, узнав о болезни подруги, сразу поняла – действовать надо сообща. В одиночку такую проблему не решить. А речь в тот момент реально шла о жизни и смерти. Кисту не обнаружили, в общем, сделали операцию лапароскопически, оказалась злокачественная. И вот посмотрели метастазы вроде как в печени. Потом обнаружены были метастазы опять-таки сергиево-посадскими врачами, или Балашиха, я уж не помню, в костях и в кишечнике. Ей сделали в Балашихе операцию на кишечник, вывели стому, ну и после этого отправили домой умирать. Оля лежит сейчас в больнице 24/7, находится на метро Автозаводская, клиника онкологии и хирургии. Сумма у нас каждый день уходит по 100 с лишним тысяч за пребывание в больнице, 5 тысяч в день, плюс там всякие процедуры, ну и плюс вот химия около 80 тысяч мы посчитали будет стоить. Ну, каждый день, в общем, в принципе, уходит по 100 с лишним тысяч. От нас отказывались городские клиники и коммерческие. Почему берут коммерческие? Потому что у них есть все. И лекарства, и оборудование, и специалисты. Вот. Поэтому они берутся, и поэтому это стоит столько денег. Ей убрали сильнейшие отеки, асцит, да, в животе. Потом у нее ушел зрачок желтый, они сейчас полностью белые. И, ну как, много чего, состояние улучшилось, Оля кушать стала, Оля стала ходить. Врач прям заставляет ходить много. Ирина каждый день звонит Ольге, размещает информацию в соцсетях о лечении и отчеты о поступлении и расходе средств. Ольга находится в клинике уже неделю, а надо еще хотя бы дней 8. Сумма за лечение огромна. Благодаря друзьям и размещенной в соцсетях информации удалось собрать около 600 тысяч рублей. Они уже пошли на оплату нахождения в клинике. Но этого недостаточно, поэтому требуется помощь. Номер карты Ольги Новиковой 63-90-02-40-90-22-55-93-77. Если каждый, кто смотрит сейчас наш сюжет, переведет на карту Ольги Новиковой хотя бы 100 рублей, то все вместе мы поможем Ольге справиться с болезнью и вернуться домой к дочке. У Оли есть дочка, ей 8 лет, она сейчас идет в первый класс, очень ждет маму, очень переживает. Она надеется, что тетя ей таблеточку выпишет и мама поправится. Помочь Ольге поправиться можно, оплатив лечение. Сбор средств ведется только на эту карту.